Рождественский праздник для всей семьи «Мамами Маркет» пройдет 28 декабря в Феодоровском соборе. «Мамами Маркет» – это уникальный по своей сути проект, который помогает молодым мамам попробовать себя в качестве предпринимателей или обменяться опытом. Здесь можно найти изделия ручной работы, авторские игрушки, украшения, дизайнерскую одежду, предметы интерьера, расписные пряники, домашние десерты. Но «Мамами Маркет» — это не только уютная рождественская ярмарка, но и культурный лекторий. Поэтому в программе предстоящего рождественского праздника лекции для взрослых, мастерские для детей разного возраста, рождественский маркет и фудкорт. Специальный гость – музыкант Оля Маркес. Часть вырученных средств пойдет в фонд «Теплый дом», который помогает семьям в кризисных ситуациях. Дополнительную информацию можно узнать на сайте Феодоровского собора или в группе ВКонтакте. Адрес собора: Санкт-Петербург, улица Миргородская, 1В, литера А.